Бывшему президенту США Дональду Трампу удалось за год увеличить свое состояние на 25% с 2,4 до 3 миллиардов долларов, сообщает Forbes. По данным журнала, его активы выросли в большей мере благодаря предпринимательству в технологической сфере. Это принесло ему около 430 миллионов долларов. Поспособствовала этому социальная сеть Trash Social, о создании которой экс-президент сообщал осенью прошлого года.